Ожидавшиеся увидеть грандиозный пейзаж, сплошные ледовые торосы, сковавшие океан, изумлены. Вместо царства вечного холода и гигантских монолитов льда вокруг расстилается водная гладь с отдельно плавающими льдинами. 9 ноября 2007 года. В ходе посещения Южного полюса генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что Антарктика, где вместо снега уже идет дождь и растет такая же трава, как на американских площадках для гольфа, находится на грани катастрофы. 21 век побил все температурные рекорды прошлых лет, причем в России она повышается в два раза быстрее, чем на других территориях. Какая-то неумолимая сила меняет климат нашей планеты. Снегопад в Африке и одновременная жара в Сибири стали реальностью нашего мира. Штормы и ураганы все чаще приходят к нам, а их последствия становятся все разрушительнее. И мир вспомнил древнее пророчество. И придет день, разверзнутся небеса, и земля станет морем. В пророчество и предсказания просто верят, не требуя доказательств. У предчувствия всегда есть повод. Хроника природных аномалий только за 2007 год не требует комментария. Факты говорят сами за себя. Австралия. Жара, обрушившаяся на континент, вызвала самую сильную засуху за последние 115 лет. Европа. От аномально высоких температур горят леса, высыхают водоемы, гибнут люди. Британские острова. Из-за ливневых дождей затоплены целые населенные пункты, жилые районы и промышленные территории. Юго-Восточная Азия. Ливни и ураганы. Северная Корея. В результате наводнений погибли и пропали без вести сотни людей. За последние 20-30 лет мы подверглись сильнейшим землетрясениям, тайфунам, наводнениям и жестоким засухам. События во время цунами на побережьях Индии и Таиланда поразили своими масштабами. Вот отрывок из заголовка французской газеты «Фита» от 26 декабря 2004 года. Он оторвал глаза от камеры, когда услышал нарастающий шум, тут же превратившийся в оглушительный грохот. Перед ним возникла стального цвета многотонная громада, несущаяся на него с чудовищной скоростью. Все остальное показала вылетевшая из его руки камера, и все остальное называлось смерть. Данью ей стали 200 тысяч утонувших детей и взрослых. Те, кто чудом остался жив, вполне могли считать, что видели своими глазами великий потоп, который был описан в Библии тысячи лет назад.